Итак, друзья, всех приветствую, ребята, всем привет, друзья. Кто первый раз на моем канале, советую подписаться и поставить лайкосик авансом. Всем спасибо. Ну а в этом видео я решил, наконец-таки я решил и нашел для этого времени снять обзор на свой автомобиль, которым я занимался все лето, всю весну, всю осень 2021 года. На это у меня ушло очень много моего времени. Это просто нереальное количество времени, начиная с 12, скажем так, утра, да, и до 12 ночи, порой и до часа ночи. А когда началось лето, когда пришли жаркие дни, под 40 градусов, под 45 на солнце, я уже выходил работать с этим автомобилем после 7 вечера и продолжал работать до 2 ночи, а то и даже как-то решил пробовать до рассвета. Но до рассвета меня буквально несколько дней выбило из режима, и я уже дальше не смог так работать до рассвета. Работал я на улице, не в гараже, все работы проводил на улице, какие-то под навесом, но большинство, короче, под открытым небом, ребят, я проводил работу. Вот, такой автомобиль, давайте вот зацените, посмотрите, это Audi 100 C3 88 года выпуска. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a peace now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out, remember you're discreet now. Keep ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make and a name, like huh? A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier. Ну и давайте, друзья, я вам буду рассказывать и уже показывать, что я сделал с этим автомобилем, с этой легендарной тачкой, с Audi 100 C3 немецким танком. Немецкие танки — это вообще, можно считать, последний немецкий танк — это C4 в А6 кузове, да, C4, А6, Audi А6. И, конечно же, еще нельзя оставлять без внимания Audi V8. V8 это тоже кузов такой, ну, C3, скажем так, но он маленечко уже измененный. Измененный чем? На V8 уже такие, ребята, уже круглые арки, дутые, вот, что сзади, что спереди, тоже такие круглые дутые арки. Ну, в принципе, и на C3 без этих, как бы, арок, без дутых, все равно она вид имеет и очень даже, в принципе, хороший. Некоторые люди делают арки сами, просто покупают арки подходящие от какой-либо другой машины и приваривают. Кто-то просто покупает крылья от V8 и ставит. И просто кто-то тоже покупает, как говорится, крылья с разбора, вырезает арку и приваривает от V8. Вот. Так что вариантов много, как сделать дутые арки. И это вообще как бы не проблема. Вот. Кто-то ставит американские бампера. Они выступают вот на сантиметров на 5 точно. Это прям как минимум. И американский бампер, он как бы низ у него совсем другой. Низ у него как бы идет вообще сам по себе бампер. Он как бы вообще по-другому смотрится. Вот, ну, как бы более он такой удлиненный, более такой, скажем так, низкий. И так можно по нашим дорогам задевать вот эту вот юбочку, скажем так, вот этот фартук нижний. Можно кое-где задевать, но он у меня целый. Конечно, он был мятый, я его выпрямил и покрыл антикором, как вот и полностью низ. Это 3 слоя антикора. Вот, он покрашенный, он залаченный. И плюс под этим антикором полностью зачищенный до металла и обработанный антикоррозийным грунтом в 3 слоя. Также и пороги обработаны антикоррозийным грунтом, тоже заантикорены, покрашены и залачены. То
тоже очень все конкретно. Вот эти вот молдинги ставить я не стал, так как их у меня просто-напросто нету, и под ними собирается очень много грязи, и вот отсюда, ребята, начинает гнить. Это вот у многих вот эта вот проблема, да, с годами вот отсюда начинает идти коррозия. Это, конечно, проблемка такая, ну, существенная. И самое важное, ребята, тоже проблема с годами этого автомобиля. Вот, если хозяева не ухаживали за этим автомобилем, то под молдингами, а молдинг сидит что ли на жидкой резине или на чем-либо, он вот здесь вот сидит, и со временем она высыхает, и молдинг отходит, туда попадает вода, грязь, и начинает, короче, ржаветь крыло, вот, начинает ржаветь. Поэтому, ребята, молдинги хотя бы каждые, наверное, 5 лет лучше снимать и промазывать герметиком. Я посадил на бассейный герметик, который устойчивый к окружающей среде. То есть к ультрафиолету, к солнцу, к температуре. Вообще очень классная вещь. Прям как такая резина, прям резина. Вот, классная штука. Бассейный герметик. Вот. Дальше что, ребят? Поставил новую резину. Новая резина с магазина. Резина Bridgestone Экопия EP150. Конечно же, не нашего производства. Нашего производства резину такую не советую брать, она вообще будет как камень. А это резина для температуры, скажем так, для летней, градусов так под 35, под 40, вообще идеальная. Так, что еще про этот автомобиль я вам хочу рассказать, что я вообще сделал. Я сделал абсолютно все. Можно назвать любую деталь, давайте назовем просто, не знаю, любой подшипник. Подшипник ступичный, он здесь новый. Какой еще можно подшипник назвать? Ступичные все новые в круг. Подшипники на коробке. В коробке тоже. Они очень дорогие. Мне пришлось заказывать подшипники вот эти вот с КПП. Они тоже стоят приличных бабок. Они здесь тоже новые. Дальше что? Дальше еще что? Подшипники. Какие подшипники еще здесь? ГРМ. Ролик тоже новый. Ну и, впрочем, все остальные подшипники, скажем так, которые есть в коробке передач, они новые. Ребята, если что, извиняюсь за разговор, я просто очень сильно тороплюсь. И тороплюсь по какому поводу? То, что уже темнеет, то, что уже солнышко уже прям, ну, покинуло, как говорится, уже уходит закат. И сейчас темнеет, буквально за 15 минут уже будет темнота. И я вам мне хочется вам рассказать как можно больше информации, что я проделал с этим автомобилем. Давайте, ребята, откроем вообще двери, посмотрим салончик. Салончик здесь вот такой вот. Дверные карты снимались, двери проклеивались вибро плюс шумка. Вот, все конкретно. Дверные карты, где были трещины, восстанавливались с внутренней стороны. Делал я это все сам с помощью эпоксидного клея. Это было просто вообще... Ну, я люблю работать эпоксидкой, я привык. Все очень круто получается. Вот эти вот тоже были покрашены, вставочки металлические. Далее, что еще было сделано? Была обшита дверная карта вот таким вот кожзамом, это эко-кожа, вот, нормальная, в принципе, ничего нигде не задевает, ручки не задевают, стеклоподъемники смазанные, тросики смазанные, в общем, все произведено, как говорится, вообще в состоянии, скажем так, ну, не прям идеальное, но близко к идеальному, прям близко. Если бы было прям к идеальному, то... Скажем так, машина должна быть намного свежее. Я не могу просто назвать идеальной. Идеальная — это когда прям вообще идеальная. А это близко к идеальному. Вот, все обработано, каждая ржавчинка зачищена. Ребят, посмотрите вообще, то есть как бы я старался вообще сделать по максимуму. Ковролин. И вообще вот это вот все, что есть, это было все снято. Все мытое, керхером, вообще все очень-очень-очень капитально было все сделано, друзья. И поэтому как бы я потратил очень много времени. Дальше что, по покраске, когда я красил вот эти вот дверные проемы, я вообще старался чистить их, но не снимая родной грунт. Я их просто замотовал, они были вообще без единого рыжика, я их замотовал и покрасил, наверное, слою, скажем так, 3, наверное. И потом еще покрыл лаком. Вот, петли здесь не провисшие, петли хорошие, фиксатор двери тоже хороший, хрустит, дверь держит, вот, под весом, ну, под наклоном дверь держит,
Вот. Не хватает каких-то мелочей, например, регулировка ручки, вот эта вот ручка регулировки зеркала. Вот, не хватает каких-то мелочей, но это, в принципе, несущественно. Вот. Даже ковролин здесь уже, ну, довольно-таки в хорошем состоянии. Вот это вот, скажем так, не ковролин, а как он, карпет, что ли, вот здесь вот в полости для инструментов, я не знаю, для вещей каких-либо. Все нормально, скажем так. Далее что? Сиденье. Сиденье я тоже занимался ими вообще тоже нормально так. Я их полностью снимал, полностью чистил вот металлические части, что снизу идут. Полностью их зачищал, потом обрабатывал цинкарем. Вот. И, соответственно, красил. И вот я вижу, что я забыл сделать. Это я забыл сделать. Вот это вот крепление вот этого вот ремня нижнее. Я забыл его покрасить и, скажем так, закрутить. Оно не закрученное. Это просто, как говорится, уже память. Уже память. Очень много было сделано. Уже память что-то, как говорится, запамятовал. Вот эти вот все резиночки я нашел на у мужичка с Audi с пробегом 150к. Они все хорошие резиночки, мягенькие, без трещинок, на все двери нашел. Вообще, все просто классно. Поставил, ребята, лампочку, видите, моргает. Чтобы не забыть, какая дверь открытая. Вот. Ночью ее очень хорошо видно, эту лампочку. Она прям светит, освещает салон. Вот. Далее что? Также вот эти вот стойки центральные тоже чистил, красил. И, ребята, очень-очень-очень сильно я заморочился в поисках нижних молдингов. Смотрите, нижние молдинги вот эти вот, резиновые, это какая-то резина-пластмасса, что ли так, какая-то жесткая резина, которая со временем может трескаться, если что-то вот здесь вот у вас веточка, например, застрянет, когда вы будете закрывать дверь, и вы так и останетесь с этой веточкой, он у вас потрескается. Но, как говорится, мне повезло, я нашел эти молдинги в идеальном состоянии. Вот, я их посадил тоже на аквариумный герметик, но не полностью, чтобы в них не забивалась грязь. Чтобы они, во-первых, не дребезжали сами по себе, как, ну, от дороги, вот, чтобы они не имели ход. И, в принципе, все. Вот. Там ничего брызгать не надо, там просто существенно надо подойти к такому делу, как... удалить вообще всю ржавчину и хорошенько загрунтовать, и хорошенько покрасить, и аккуратненько поставить вот этот вот молдинг на аквариумный герметик вот сверху, сверху, чтобы здесь не натирало. Видите, вам такой вот шовчик аквариумного герметика, чтобы здесь не натирало и не попадала туда пыль, абразив. Вот. Это я проделал вообще с каждой дверью. Бампера уже здесь я поменял. Правда, они не оригинальные. Вот, оригинальный просто не нашел. Туманочки тоже поставил сюда. Фары тоже поменял, оптику. Тоже решетку радиатора поменял. Это все не оригинал, ребята. Могу сразу сказать. Ну, впрочем-то, это просто пластик. Пластик чего искать, скажем так. Просто, ну, нет возможности у меня найти оригинал вот в моем городе, где я живу. Далее что, друзья, глушитель. Глушитель у меня стоит от мотоцикла, от моего бывшего Кавасаки. Это, в принципе, мотоглушитель с таким хорошим звуком. В конце обещаю снять видео, как звучит этот глушитель. Смотрите, каким образом он крепится. Вот. Крепится он вот таким образом. Он, ну, слегка покрашенный, скажем так, когда красил машину. Все на ремнях, как говорится, все вообще капитально. Никаких вот этих вот резиночек уже нету. Это резинки вот эти вот подвесные, да? Они трескаются, они лопаются, они рвутся. Их у меня здесь нет, этих резинок. Это очень хорошо. Далее что? Оптика. Задняя оптика, друзья. Далее задняя оптика. Заднюю оптику, она была убитая. Центральная бленда была убитая, ушатанная. Здесь можно заметить следы моего ремонта. Это вот такие вот микро... Ну, не микро трещины, но трещины. Я не назову их микро, но вот мне их видно. Вот здесь вот и все. Это ошибка очень многих водителей, кто открывает багажник вот так вот. Вот берет за пластик и дергает. Но сюда я на всякий случай... Вот здесь вот я на всякий случай сделал такой упор, да, я его
припаял вот этот вот упор. Это от фары, от девятки, от фары. Он такой, знаете, как бы изогнутый. Вот. И сейчас, если вот, допустим, кто-то будет открывать багажник за вот этот вот центральный пластик, за вот за середину, то он уже не поломается вот здесь вот. Он будет упираться вот здесь. Вот. Вся бленда сидит на двухстороннем скотче и на хорошем таком герметике, на съемном. Вот. Я к этому делу подошел тоже очень, как говорится, ну, в здравом уме, аккуратненько, чтобы, если что, можно было что-то снять, и чтобы вода нигде не попадала. Везде все промазал герметиком прозрачным, таким хорошим. Ну, чтобы все было, как говорится, по кайфу, скажем так, друзья. Далее, что? Еще какие были тонкости? Скажем так, детали, да, вот эти вот пластиковые детали. Мне тоже, как говорится, пришлось их поискать, так как у меня одна улетела, когда я купил эту машину. Она улетела, просто потерялась. Она была у меня вообще на каком-то пластилине там держалась. Вот. А теперь я ее поставил на родное крепление, только все промазал герметиком, чтобы туда не попадала вода. Начиная вот этот вот молдинг, где вот эта вот микро-микро-микро щель где-то какая-то есть, где все промазано герметиком, но вы это не увидите. Вот смотрите, может быть, и увидите. Здесь вот все промазано герметиком. Остались какие-то тонкости, например, подкрасить вот это вот, чтобы все было четенько по линии ровно. Вот. Но это все придет, как говорится. Это все я сделаю со временем, конечно. Но сейчас самое основное я уже сделал. И, в принципе, очень-очень-очень этому рад, ребята. Я тороплюсь, рассказываю. Солнце уже уходит. Вот. Открываем водительскую дверь и видим. Ну, здесь не обращайте внимания, то, что у меня лежат какие-то вещи. Дверные карты вообще просто, ну, просто вообще сказка. Я их восстановил. Просто прям, ну, не жалея, как говорится, времени, не торопясь, не спеша, все сделал. Также пороги. Про пороги я уже рассказал, то, что они у меня покрашены просто вообще бомбически. Далее, ребята, давайте перейдем, наверное, к салончику. В салончике у меня что? Это уже торпеда уже от переходки. Это вообще переходка. И поэтому мы видим, торпеда вот такая вот. Торпеда. Такая торпеда мне очень нравится. Единственное, надо поменять обшивку руля, вот этот вот чехольчик, это я нашел какой-то старенький, у меня от старой машины где-то валялся в гараже. Просто нету возможности и времени заехать пока в магазин. Вот все магазины закрыты, и надо будет как-то купить. Что из доработок? Из доработок я поставил сюда вольтметр. Вот, с хороший вольтметр, дорогой, ну где-то рублей за 500, скажем так, с двумя выходами USB для зарядки. Вот, это очень нужная вещь. Также здесь у меня, видим, горит это выключатель. Он выключает питание к магнитоле, так как магнитола двухдиновая. Она почему-то, ну, может высадить аккумулятор. Хотя все подключено правильно. Вот, дальше что? Очень удобное вот это вот место, ящичек. Когда я купил машину, я сперва хотел найти, знаете, такую от C4 приборную панель, чтобы здесь были еще как бы датчики. Но что-то я подумал, если я буду на этой машине путешествовать, мне вот это вот как бы удобно сюда, например, положить телефон. И когда кто-то тебе, ну, позвонит, и будет видно отражение, допустим, даже днем, то, что тебе кто-то звонит. Вообще классная штука. Дальше здесь механика пятиступка. Коробка у меня стоит АКЛовская. Вот. С хорошими передаточными числами на тягу. Как раз таки мне нужно именно на тягу. Мне нужно тяговую коробку, так как я сильно не ездю, сильно не гоняю с высокими скоростями. На этой машине мне нужно тяговую коробку. Вот. Хотя у меня коробка до этого стояла АКМ. АКМ очень тоже хорошая коробка, длинные передачи. В принципе, она меня устраивала. Но там просто вторичный вал пришел, скажем так, уже в негодность, когда я ее разобрал. Хотя она у меня не гудела, ну чуть-чуть уже подгуживала. А когда я ее разобрал, я убедился, что вторичный вал как бы заканчивается, вот, свой ресурс. Далее что, ребят? Давайте открою заднюю дверцу и покажу вам, что сзади. Сзади вот такие вот чехольчики были куплены, вот, как и спереди, под цвет, скажем так, салончика, да? Смотрите на потолок. Потолочек, ребята, обшитый. Тоже уже темнеет, я повторяюсь, я поэтому все спешу вам показать. И еще я сделал вот такую вот подсветку, ребята. Это тоже моя доработка. Смотрите,
Здесь просто такой тумблер, вот такая вот подсветка. Ночью это просто бомбически. Вот кто у меня в машине был ночью, они просто все прям, не знаю, все удивлены. Все люди удивлены. Это такая подсветка вообще прям по кругу. Я заморочился, сделал вот такую вот подсветочку. Просто шикардос, просто шикардос. Полочку тоже мыл. Сзади здесь вообще все прошумлено. А, вот это вот все кузов. Вообще шумки здесь килограмм, наверное, ну минимум на 50. Я делал подсчеты. Здесь шумоизоляция килограмм, ну, это 50, это просто минимум. Поэтому сейчас, когда у меня машина проходит по таким вот неровностям, знаете, вот как на корабле вот этот вот эффект, шух-шух. Вот прям. Но когда я сделал шумоизоляцию, когда вообще я собрал машину, у меня появилась такая проблема, как передние, как говорится, передние колеса резиной стали задевать вот здесь вот подкрылки. Не крылья, а вот подкрылочки там чуть-чуть начали задевать на кочках, на таких, ну, скажем так, на вот таких вот. Вы, в общем, вы поняли. Хотя резина, размер у меня резина стоит 195-65R15. R15 это, ну, родные диски. В общем, здесь стоят родные диски, ребят. 195-я резина на родных дисках. И все, как говорится, маленечко задевает. Но я уже заказал отбойники и пыльники на передней стойке. Сегодня их забрал, катался на мотоцикле. И скоро буду их ставить. Если честно, ребята, конечно, этот автомобиль мне очень нравится, хоть у него и, скажем так, устаревший вид, да, но почему-то мне он, знаете, нравится. Когда я ее перебрал, эту аудюшку, она стала так проходить вообще, стала держать дорогу, но все-таки рейка, скажем так, у меня гидроусилителя нету, скажем так, ход. Передачное число рейки все-таки большеватое, такого управления острого нету. Вот, либо ставить другую рейку, вот, с гуром, либо, не знаю, что-то делать, или ставить другую рейку. Не знаю, в общем, короче, пока меня вообще все устраивает по управлению, мне все нравится. Вот, потому что я ездию, повторяюсь, не быстро. Давайте откроем двери. Салончик такой вот приятного цвета. Мне прям очень-очень нравится. Машинку надо будет перетонировать, боковые двери. Это я тонирую сам. А это стекло я поехал затонировал в центре. Вот. И нормально. Самой, короче, хорошей тонировкой, с самой темной тонировкой. Вообще, снаружи ничего не видно абсолютно. Смотрите, абсолютно ничего не видно. А изнутри все прекрасно видно. Вот. Конечно же, вот эти вот стеклышки задние, да, полусфера, я ее затонировал сам. Уж сколько лет назад, уж лет 5 тому назад. Но она маленько подвыгорела. В общем, друзья, так, если кому интересно, сколько ушло у меня по вложениям, по деньгам в этот автомобиль, я могу сразу сказать так. Первый заход по ремонту у меня был в 2017 году, когда я, собственно, и приобрел этот автомобиль. А вернее, скажем так, ну, не буду, ладно, рассказывать историю, там очень долгая история, это очень много займет времени. Вот, когда я приобрел этот автомобиль, я летом просто, наверное, где-то месяц потратил, тоже каждый день работаем, целый месяц, просто перебрал всю подвеску, начиная от стоек, с пружинами, прям в сборе, нашел, короче, старую Audi, тоже переходку, с пробегом порядка 150 тысяч километров, но она была перевертыш, вот, и вот все детали я вот с нее забрал. Я просто, блин, ну, был очень рад. И тогда цены были очень хорошие такие, ну, приятные. Я, в общем, это все поменял. А второй прям такой серьезный подход к ремонту. Больше я ничего не ремонтировал. В 2017-м я перебрал подвеску всю полностью, установил подкрылки. Купил тоже подкрылки, бампера, оптику поменял переднюю, решетку радиатора поменял. Вот, обработал, как сказать, под подкрылками все обработал, промазал. Но не настолько капитально, как в этом году. В этом году я все чистил и все заново уже промазывал. Вообще прям, ну просто вообще прям конкретно. Каждый жучок чистил, потом его обрабатывал цинкарем. Цинкарь, знаете, не из брызгалки, а такой в баночке. Его мажешь, называется Омега. Классная штука. Все обработал и
прям таким бомбическим слоем BPM-4 я покрыл. И вообще, вы знаете, это просто что-то с чем-то. И плюс покрыл этот антикор еще лаком, чтобы вообще, чтобы он был такой жесткий. Вот. И до этого я обработал все это антикоррозийным грунтом в несколько слоев. И только потом уже положил антикор, и потом уже это все дело залачил. Дальше что? Вот такие прям были, как говорится, серьезные энергопотери моего ремонта, скажем так. Все это делалось очень долго, на жаре. Это было что-то с чем-то. Поэтому я потратил целое лето на этот автомобиль, начиная с 18 апреля. И закончил я ремонт буквально вот, может быть, месяц тому назад. Но я все равно подделываю что-то, что-то подделываю, какие-то нюансы, какие-то мелочи, что-то все равно я сам себе нахожу. Ну, уже такие тоненькие, тонкости незначительные. Сам себе нахожу и уже это все дело исправляю. Также под задним, бампером вот этот вот фартук. Вот. Он у меня тоже, смотрите. Видите на отблеск? Он не гладенький, не блестящий, он покрытый тоже антикором, он зачищенный до металла, покрытый, как говорится, грунтом антикоррозийным, и потом покрытый антикором BPM-4, покрашенный и залаченный. Вот. Просто на вот этот вот фартук, на нижний, да, под бампером, вот это вот, до суда, вот, вот здесь вот все антикор, вот это вот все антикор, вот здесь вот. Здесь вот такой небольшой переходик есть, вот, но его вообще незаметно, вот здесь вот, вот так вот он под углом. Его незаметно. Здесь просто, наверное, банки 2, наверное, у меня ушло. Представляете, 2 килограмма на вот эту вот всю площадку. Это вообще что-то с чем-то. Промазывал, сушил, несколько раз, чтобы все было, знаете, как в танке. Вот. Вот такие вот, ребята, как говорится, энергозатраты. Просто, скажем так, не денежные затраты, а вот энергозатраты, вот именно собственные силы, это вот намного, знаете, это намного, вообще, это самое важное. Это очень трудно что-то ремонтировать каждый день из недели в неделю, из месяца за месяц. То есть вообще каждый месяц, каждый день, жара, не жара, дождь, не дождь, ты это все делаешь. И вообще, блин, ну это лето было у нас вообще, дождей практически не было. Стояла жара такая под 38-40 градусов, и как приходилось работать вообще. Просто я тоже похудел так конкретно, вот. Но как-то вот так вот. По деньгам. Всем, наверное, будет интересно, сколько ушло по деньгам. По деньгам, ребята, я могу вам сказать просто. Я вложил сотку в сотку, вот, и все. Сотку в сотку. 100 тысяч в Audi 100. Все, вкинул, и она вообще в идеале. Все. До каждого мелочи, до каждых мелочей. Все сайлентблоки абсолютно мененные. Все резинки в подвеске, в подрамнике, на задней балке. Вообще все мененное. Все резиночки на глушителе, на подвесе вот этой вот трубы, выхлопной системы. Даже до таких мелочей абсолютно все. Трос ручника, система ручника, вот это ручного тормоза. Задние подшипники, это ступичные, в общем, колодки, тормозные вот эти вот цилиндрики, вот это вот все было менено абсолютно. Суппорта передние разбирались полностью, я их перебирал, поршеньки полировал, короче, прям комплекты ставил. Вот это вот абсолютно все я произвел на этом автомобиле и абсолютно сам, и вообще один. Вот, занимался этим делом один. Просто вы не представляете, как это... Я вам скажу, вы просто реально не представляете, как это трудно. Вот. Это трудно не в плане физического труда, да? Например, я не знаю, мешать цемент намного труднее, чем этим заниматься. Это трудно в том плане, то, что вот психология, потому что изо дня в день... Из месяца в месяц, и вот это вот прям. Но ты идешь к цели. Ну, конечно, я сдавался. Я на какой-то период прям сдался. Я вот просто, наверное, неделю просто, может быть, сидел что-то там. Я уже, как говорится, перешел на тот режим. Хотя бы полчаса поработать в день с машиной и потом просто тупо отдыхать.
Я так где-то на недели две вот это я так перешел. Но все равно я нашел, как говорится, в себе силы и продолжил ремонт. Вот. И продолжил ремонт этого замечательного автомобиля. Дал ему вторую жизнь. Вторую жизнь. Вторую, ребята, жизнь. Дать это вообще, это что-то с чем-то. Вторая жизнь, она дорого стоит, друзья. Очень дорого стоит вторая жизнь. Дальше что? Нашел также в хорошем, идеальном состоянии вот эти вот резиночки. Вот эти вот. Вот эти вот резиночки тоже нашел в хорошем, идеальном состоянии. Родные клипсы, родные крепления вот сюда вот. Все тоже нашел с того же автомобиля. Вот эти вот молдинги боковые взял с того же автомобиля. Вот, они здесь ровненькие, хорошенькие, неповеденные. Вообще просто шикардосик. Все вот эти вот гаечки, вот эти вот крепления. Вот, это пластиковая гайка, там стоит родная резиновая шайба, прокладка. Вот, тоже все нашел, все закрутил, как говорится. Вообще, каждая мелочь, даже вот эта вот, как говорится, защелочка на нижний молдинг, тоже все в хорошем состоянии. В общем, все искал. Блин, находил, как бы делал все прям. Далее еще что? Например, сейчас я, ребят, вам расскажу, как я просто потратил день, ну, полдня, как я потратил в очень жаркую погоду. Я просто занялся, знаете, чем? Сейчас я вам покажу. Мы видим дверную ручку. Здесь личинка. Я же, когда красил машину, я снимал вот эти дверные ручки, абсолютно все. Дверные ручки, молдинги. За исключением вот этого молдинга, я его попытался снять, но у меня не получилось вот этот вот. Скорее всего, он не снимается. Или снимается как-то по-другому. Ну, в общем, я не стал его отдирать и не стал с ним мучиться. Вот. Я просто вот эти личинки перебирал, каждый вот этот вот подзамочек перебирал, смазывал очень долго времени. Ну, сейчас ключ чук-чук вставляется, работает все прям идеально. Двери закрываются прям вообще просто идеально. Даже вот так вот. Вот. Двери закрываются идеально. Еще могу сказать, знаете что, вот видим, на стекле нет переднего молдинга. Вот, здесь у меня его не было. И здесь состояние под этим молдингом просто идеальнейшее состояние. Здесь практически не было никаких жучков. Вот здесь вот по крыше вообще практически ничего не было. Маленькие-маленькие точечки были, которые легко убрались наждачной бумагой. И все. Здесь состояние просто идеал. Вот, под передним молдингом. И я что думаю? Я думаю, надо снять задний молдинг, чтобы было все тоже идеально. Попытался снять задний молдинг, чуть-чуть погнул вот это вот, как говорится, замочек. Но снимать его не стал, так как оно снимается по ходу со стеклом. Или я что-то неправильно понял. Я просто вырезал резинку там, которая идет по контуру. Там идет резинка, под которой забивается песок, грязь и гниет вот это вот место. Вот эти вот, как говорится, оно начинает со временем прогнивать. Здесь, конечно, состояние было у меня не очень хорошее под этой резинкой. Но я все вычистил и путем нескольких, как говорится, подходов цинкарем, вот это вот омега цинкарь, я вот это вот все ржавчину удалил, короче, зацинковал. Вот, теперь там у меня вообще белый-белый металл. Плюс я тут антикорил очень много раз. Теперь здесь вообще все классно, прям все хорошо. Далее что, ребят? Далее что? Давайте открою багажник. Багажник я переделал под кнопку. Он теперь открывается у меня с кнопки. Багажник. Вот. Открываем багажник. И видим. Машина была до этого красного цвета, да. Но менял цвет не я, менял цвет прежний владелец. Она была покрытая пластидипом, таким беспонтовой жидкой резиной, которая уже, блин, отодралась практически сама. Здесь у меня было место под антенну. Такая, знаете, это, ну, под антенну, короче, заглушечка была здесь. Я ее выкрутил, зашпаклевал, заварил. И тоненьким слоем зашпаклевал, и все вообще нормалечек. Вот, теперь оно все ровненькое. Далее что? Поставил новый уплотнитель сюда от, по-моему,
девятки, что ли. По-моему, от девятки у меня стоит уплотнитель здесь вот новенький. Это уже хорошо, багажник стал плотно закрываться, и ничто нигде не шумит. И я уже буду знать, грязь сюда никакая не попадет. Вот. Багажник очень огромный, очень большой. Плюс сюда я нашел, представляете, друзья, я нашел сюда с той же машины вот родную подсветку, родной плафончик вот этот вот. Родной плафончик я нашел и поставил уже, правда, с лампочкой диодной. И вообще классная штука, скажем так. Здесь у меня стоит усилитель, блины стоят большие. Усилитель стоит, вот, нормальный такой, мощный на площадке. В принципе, все вообще идеально. Усилитель так не снимешь, его если снимать, надо, короче, снимать заднюю полку, снимать сиденье. Это очень большие, как говорится, затраты по времени. Вот, здесь все проклеено, вообще проклеено, проклеено, проклеено. Это еще в 17 году вот это вот все клеил, заморачивался шумкой. Здесь тоже все обработано, под крыльями там все забрызгано мовелем, тоже все обработано, вся грязь, мыло все керхером, заливал все керхером, водой, пеной, химией, все отмывал, потом чистил железной щеткой, обрабатывал цинкарем, потом грунтовал, антикорил. Короче, вообще просто времени очень много тратил. Здесь тоже все чистил, чистил, чистил под блендой. Здесь было, правда, состояние хорошее. Вот. Единственное, были жучки чуть-чуть, вот где закручивается бленда, вот, болтами. Там маленечко, ну, видать, из-за температуры, из-за перепадов чуть-чуть образовалась эта коррозия. Здесь я вот, если видно, да, от лампочки. Здесь у меня загрунтовано такое белое, ну, обычная грунтовка, скажем так. Загрунтовано, заантикорено. Правда, еще не заантикорено, загрунтовано. Уже начинаю сбиваться. Вот. В общем, по коррозии я, конечно, поработал вообще просто. Просто, скажем так, по коррозии я вообще потратил вообще просто много времени. Так как я этот автомобиль оставляю себе, оставляю для себя. И смысла мне просто продавать его вообще никакого нету. И поэтому я просто его оставляю себе. Пускай он у меня будет. Решил я так уже окончательно. Пускай он у меня будет. И ни одной мысли после того, как я это все сделал, мысли о продаже вообще нет. И вообще не будет. Просто эта тачка, знаете, это такая машина, которой ты садишься, блин, и она тебе дарит такие эмоции прям классные. Вот. Классные эмоции дарит тебе прям. И ты едешь и прям кайфуешь. И прям вот. Не знаю. Едешь, кайфуешь прям вообще. Также у меня были проблемы с одометром. У меня не работал одометр, не работал пробег. Именно пробег, не спидометр, а именно пробег. Просто там стоит такая шестеренка. Там, друзья, стоит такая силиконовая шестеренка, ну, по крайней мере, какой-то пластик мягкий. И со временем с него срезается зубчик. Вот, я покупал две приборки, в общем, из двух приборок собрал одну приборку. Вот, и, в принципе, все хорошо, все идеально, все работает. Все смазал там, как говорится, чтобы все работало легко, без проблем. Дальше что еще, ребята? Люк. Люк это отдельная тема. Давайте выйдем на улицу. Люк, ребята, это отдельная тема. Люк. Я этот люк вытаскивал полностью. Ну, с люком я могу сказать. Первый раз занимался с люком и потратил очень довольно-таки много времени на, как сказать, чтобы его вытащить. Вытащить, разобрать легко. Вставить, собрать и отрегулировать. Это вообще очень трудно, вот именно отрегулировать. Пришлось, конечно, помучиться, но я это все сделал, отрегулировал. И плюс установил родную обшивку, ну, нашел родную обшивку. Вот эти вот родные железяки, которые там вот есть изнутри, тоже их обшил. Вот, говорится, под цвет салона эко-кожи. И вообще все идеально. Уплотнитель, правда, у меня здесь не совсем в идеальном состоянии. Есть там несколько точек, но я их залил хорошим герметиком, который стоит такая баночка 1600 рублей. Бутылечек такой, да? Виктор Рейнс, который формирователь прокладок. Хороший герметик. Вот здесь вот, ну, видно, чуть-чуть видно там вот здесь вот. Есть чуть-чуть косячки. Но это все ерунда.
Вот это не видно, герметик классный, все классно, вообще шикарно. Давайте открою капот. Открою капот, друзья, и посмотрим, что под капотом. Еще могу сказать, то, что расход этого автомобиля... скажем так, на минуточку, составляет от 5, средний расход, если я еду по трассе, например, 100 км в час, я еду по трассе, у меня расход 5,5 литров, вот у меня расход. Сколько я делал подсчетов, сколько я ставил бутылку за место бака, сколько я измерял, на полторашке бензина я проезжаю 30 километров. Просто по трассе на полторашке бензина проезжаю 30 километров. Представляете, на полтора литра бензина 30 км. И это я вас не обманываю. Знаете почему? Потому что тут стоит карбюратор от Нивы 073, доработанный, скажем так, протюненный, с полировкой диффузоров, с рассверлением центральных, как говорится, тоже вот отверстий вот этих вот под заслонку, все рассверлено, все это дело я сам, полировал все сам, карбюратор регулировал, рассверливал жиклеры воздушные, это все сам. Сейчас я уже не смогу уже вспомнить, каким сверлом я сверлил и какие жиклеры у меня там закручены. Это все делалось не за один раз, не за два, это все делалось, наверное, раз 20, чтобы довести смесь до идеального состояния. Вот, движок у меня стоит 1.8 SH. Блин, классный движок, тянет просто вообще классно. Не знаю, в гору на пятый. Я и еще 4 человека заходит просто вообще прям, ну, в лед. Тем более сейчас, это раньше было на коробке АКМ, а сейчас стоит коробка передач у меня АКЛ. Она еще прибавляет тяги, динамики, вот, динамики разгона, но у нее меньше максималка. Вот. И, в принципе, вообще все просто топчик. Давайте я открою вам капот. Капот здесь очень тяжеленный. Капот здесь, друзья, очень тяжеленный, вы не представляете. Он очень тяжеленный. Вот. Машина у меня была красного цвета, поэтому под капотку я красить не стал. Да и я просто бы и не успел ее красить. Ну и, в принципе, красная, она смотрится очень, скажем так, круто. Ребята, уже темнеет. Уже темнеет, друзья. Уже ничего практически не видно. Смотрите, движок у меня... Ну, если вы подпишетесь и посмотрите мои видео в дальнейшем, то вы все поймете, что за автомобиль, какие тут производились работы. Вот эту вот защиту я сделал тоже с этого, с эко-кожи вот с этой, чтобы не попадала вода на печку, пыль, листья, мусор и так далее и тому подобное. Вот. Движок тоже ремонтировал, менял вкладыши, вот, перебирал, как говорится, ГБЦ, менял направляющие, втулки на клапанах. В общем, все короче, делал, кроме расточки блока. О, тяжеленный капот. Еще самое главное, ребята, я нашел с той аудюхи оригинальную шумоизоляцию на капот. Это прям редкая деталь. Это редкая деталь, но классная деталь, нужная вещь. Она гасит шум очень сильно. С подкапотки шума идет намного меньше от мотора. Она поглощает этот шум вообще просто, ну, просто вообще идеально. Плюс еще то, что у меня вообще все резинотехнические изделия стоят новые, вплоть до подушек двигателя, подушек КПП. Чего ж я там еще менял? Сальники тоже на движке менял, что передний, что... задний сальник, да вообще сцепление, да вообще все, ребят, что ни назови, все поменено. Кроме, я не успел дойти в этом году до рулевой рейки, просто дойти не успел, но просто уже все, просто уже, как говорится, уже и холодает, и как бы денег не особо много. Вот, опять же, рейку перебирать это одно, на машине был пробег 600+, вот. Ну, в чем-то даже это хорошо, то, что она ездила постоянно, как бы не стояла, не гнила, да, скажем так. Вот, хоть она и оцинковка, все равно, если стоит, то она может сгнить. Это, ну, скажем так, такой себе, ну, нюансик такой, чтобы вы знали, да,
Если где-то повреждение есть оцинковки, например, камушек прилетел, отбил, там жучок, и этот жучок расползается, и потом через несколько лет там будет дырка. Этот фактор, конечно же, присутствует. Вот. Давайте закрою капот. Единственное, что, друзья, это, конечно же, поставить надо будет упоры газовые на капот. Единственное, друзья, надо... Единственное, друзья, конечно, газовые упоры на капот не помешали бы поставить новые. Надо будет как-то купить, надо будет как-то этим заморочиться. Вот. Поэтому всему свое время, все сразу не сделаешь. И так только посчитайте, сколько времени я потратил на восстановление этого автомобиля. Смотрите, какой красивый закат. Давайте, друзья, я вам сейчас сделаю несколько вечерних фото. На улице уже темно-темно. Вот, но я постараюсь сфоткать на телефон. И хочу сказать всем большое спасибо за просмотр, за то, что вы посмотрели. В общем, всем, ребят, спасибо, всем здоровья, счастья. Тем, кто подписался, огромнейшее уважение, спасибо вам. Вот, вы меня, как говорится, даете мне какой-то стимул, вот, продвигаться дальше, дальше и дальше. Вот, и я обязательно буду делать для вас подарки, буду просто делать розыгрыши. Вот. И если дальше все пойдет лучше и лучше и лучше, я буду стараться делать это все чаще и чаще и чаще. Просто потому, что я хочу вам просто что-то подарить, что-то, как говорится, подарить добро. Вот. А не просто так, как, знаете, другие люди, другие какие-то блогеры, что-то, в общем, скажем так, ну, не делают какие-то, только мелочевочки какие-то делают, скажем так. В общем, ребята, всем спасибо, всем пока. Всем счастливо, всем здоровья. Спасибо, что подписались, спасибо, что посмотрели. Всем пока.